Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как и всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, практики, настрои и ритуалы для исполнения даже самых невероятных желаний. Главное – ваше стремление, ваша вера и, конечно же, немножечко усилий. И все ваши желания исполнятся, и жизнь станет счастливой по умолчанию. Это то, что я пропагандирую, именно движение к счастью по умолчанию. Ну а также, даже если вы просто смотрите мои видео, даже не вдаваясь ни в какие подробности темы расклада, вы наполняетесь позитивной энергии, которую я вам посылаю. Главное, примите ее. Ведь каждый мой расклад, каждая моя практика, каждый ритуал и настрой именно сделаны с любовью и позитивным настроем к вам. Значит, просто смотря мои видео, вы этим наполняетесь. Ну и сегодня посмотрим, чего же можно ожидать очень скоро. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Я сейчас работаю над новой практикой. Будем исцеляться, исцелять тело и душу улыбкой. По той простой причине, что я точно знаю уже, так как я это все изучила и могу сказать, испробовала на себе, могу точно сказать, что это работает, поэтому хочу поделиться с вами. Поэтому следите за моими видео. Если вы не нажали колокольчик, нажмите, чтобы не пропускать мои новые видео и практики. А сейчас давайте посмотрим, чего же очень скоро ожидать. Надеюсь, вы сконцентрировались, улыбнулись и готовы. Мы сейчас посмотрим, чего же можно ожидать очень скоро. Первое, что могу сказать, что и эта прекрасная карта, можете ожидать очень скоро, что ваше стремление – это звезда. Звезда – это исполнение желаний. Звезда – это достижение целей. Звезда – это улучшение жизни. Во всех сферах можете ожидать улучшения. Да, эта карта не близкая, не быстрая. Мы посмотрим по соседним картам сроки, но вот я даже не буду вдаваться в подробности ситуации, могу сказать, примите перемены, которые улучшат вашу жизнь. Я посмотрю сейчас дальше для того, чтобы назвать сроки. Могу сказать, что вот эти перемены, которые принесут улучшение, принесут исполнение желаний, принесут перемены для улучшения вашей жизни, это возьмет до 5 месяцев. И тут еще я могу сказать, что приблизить это все можно, если перестать яро эмоционировать, особенно выражать негативные эмоции, неважно в каких ситуациях, которые происходят у вас прямо сейчас. Вы знаете, что я ни в коем случае никогда не затрагиваю тему войны. При всем при том, я понимаю, что сейчас происходит с людьми. Хочешь ты этого, не хочешь ты этого, да, ты становишься где-то в середине этого всего. И тут хочу призвать всех.
помните, потому что здесь еще я вижу, вот почему у меня же приходят самые острые ситуации, которые я вижу. И вот самая острая ситуация, которую я сейчас вижу, что люди перестают забывать, что единственная национальность, которая есть в нашем мире, это национальность быть человеком. И если вы будете это помнить, и чем больше людей будет это практиковать, тем быстрее, вот вы не поверите, тем быстрее изменится мир. И тем быстрее мы придем к миру. И я знаю, что очень тяжело сейчас быть неэмоциональным, но все-таки подумайте о своем мире, подумайте о мире окружающих вас людей и подумайте уже дальше, если говорить дальше, о мире во всем мире. И им от одного человека может зависеть изменение. И чем больше людей настроят себя именно на лад того, что мы все просто люди, тем легче и быстрее придет мир, и тем легче и быстрее придет исполнение желаний и изменение жизни каждого из нас. И здесь я вижу именно эту ситуацию. А для каждого из вас в интересующей вас сфере, в интересующем вас вопросе возьмет вот эти изменения, которые приведут к исполнению желаний, возьмут до 5 месяцев. Ну и давайте посмотрим, чего же ожидать еще очень скоро. Потому что тут, я же говорю, это срок, и тут для того, чтобы ожидать быстрее лучших изменений, вам нужно перестать эмоционировать, как бы это ни было тяжело. Да, могу сказать, что ожидайте, что вам придется работать над своими эмоциями, над своими мыслями и над своими чувствами для того, чтобы исполнить все свои желания и получить все прекрасные перемены. И финальная карта. Могу сказать, что ожидайте, что вы увидите открытие дорог, свет в конце тоннеля, и ваши решения, что вы их увидите и почувствуете совсем с другой стороны. У вас сегодня выработалось какое-то определенное мнение по поводу желаний, целей, по поводу всего, что происходит вокруг вас. И вы очень скоро удивитесь, что решение по достижению вашей цели такое легкое, что именно то, куда вы смотрели, не давало вам никаких позитивных изменений, что изменение взгляда и поворот в другую сторону покажет вам, как близко и как легко можно изменить свою жизнь во всех сферах. Я не буду привязывать это ни к какой сфере. У каждого из вас
это что-то свое. И у каждого из вас это проиграется по-своему. Но я точно знаю, что вот в ближайшие, вот тут я могу сказать, от 8 дней до 5 месяцев вы можете прийти к улучшению жизни во всех сферах в разы. Все-таки зависит от того, куда вы смотрите и как вы действуете. Поэтому принимайте изменения рядом. 5 месяцев – это не такой большой срок для того, чтобы достичь даже чего-то глобального.